В Иркутской области разработают 5-летний план по проектированию, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог. В него войдут 15 трасс регионального значения и участки дорог местного значения, входящие в опорную сеть муниципальных образований. Такое поручение дал региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства губернатор Игорь Кобзев, сообщила 6 июля 2022 года пресс-служба регионального правительства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел совещание по развитию дорожного строительства. На нем были поставлены грандиозные задачи по дорожному строительству на ближайшие 5 лет. Причем это сделано пообъектно. Главная задача 5-летнего плана – привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны. Общий объем финансирования программы составляет более 13 триллионов рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что с 2025 года средства, которые по программе распределены на регионы, будут передаваться с условием сохранения существующего порядка финансирования и обязательного достижения плановых показателей, которые заложены в 5-летнем плане. Хочу отметить, что в программе большое значение уделено регионам, в том числе в рамках стратегических транспортных коридоров север-юг, запад-восток. На совещании прозвучало поручение регионам утвердить свои 5-летние программы дорожной деятельности с учетом приоритетного развития опорных сетей, а при увеличении прогнозных объемов дорожного фонда предусмотреть дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры. В 5-летний план войдут работы на дорогах, входящих в опорную сеть Иркутской области. Это участки дорог местного и регионального значения. В их числе дороги Тайшет-Чунабратск, Братск-Усть-Илимск, Усть-Кут-Киренск, Усть-Кут-Ваян, Киренск-Казачинская. Общая протяженность трасс регионального значения – 2,2 тысячи километров. Из них в нормативном состоянии сейчас находится 895 километров. Это 40,4%. До 2027 года в нормативное состояние планируется привести еще 916 километров. По ним, по каждой дороге определен перечень мероприятий, в зависимости от того, как прошла диагностика. Этот перечень мероприятий выведен на дорожную карту, где на каждом участке по километру понятно, что там должно быть. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция или иные мероприятия, включая мероприятия по содержанию. Далее аналогичный план формируется на дорогах региональной сети и местной сети, исходя из этих же принципов, то есть по критериям, по которым, которые сейчас утверждены Министерством транспорта Иркутской области, и ровно аналогичные критерии, значит, только немножко более расширенные, пришли у нас от Фаурс Дорние. Мы их получили, и они соответствуют всем требованиям, по которым дороги должны быть включены в программный проект. Вот сейчас мы их уточняем в связи с тем, что требования пришли недавно. Но основные мероприятия, да, основа уже была заложена, сформирована. Теперь необходимо уточнить параметры, исходя из новых критериев. Также Игорь Кобзев поручил до 1 сентября провести общественные слушания по дорожным работам на всех объектах, которые будут проведены в Иркутской области в 2023 году. Все мероприятия необходимо обсудить главами муниципалитетов, с ассоциацией муниципальных образований, с общественностью.